Сегодня из лаборатории в Новосибирске пришло подтверждение 8 новых случаев заражения югорчан COVID-19. 6 заболевших – работники нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском районе, по одному в югорской столице и Нягани. Больше половины заболевших югорчан заразились, не выезжая за границу. Ранее стало известно, что в Югре есть и 2 случая полного выздоровления пациентов с COVID-19. В Сургуте молодые мужчина и женщина перенесли коронавирус в легкой форме. 2 контрольных анализа показали отрицательный результат. Как сообщили в Роспотребнадзоре, круг контактов всех заболевших установлен. Медики взяли их под наблюдение. Задействовано 2 обсерватора, где проходят изоляцию контактировавшие с лабораторно подтвержденными случаями коронавирусной инфекции. Это санаторий Юган и в Урае. У нас, к счастью, нет пациентов в тяжелом состоянии, которые в тяжелом состоянии, тем более находились бы на искусственной вентиляции легких. Из тех 14, которые продолжают лечение, 2 в средней степени тяжести, остальные состояния удовлетворительные.